Яңалы телевидение эфирында башқырт тілінде әтерленген яңалықтар сығарылышы. Студияла Лиана Билалова хаумығығыз. Елату мезгілі башлану мінен районда елату профилактик операция хауткарлі. Күзгі қышқы ұсырда янғын хауфхедлігі мәселеге бигрек тә күнөзәк. Куп ұсырақта янғын сәбәбі елатқыстың артық қыдыуы. Бұл операция сектәрінде тұрлақ йұрттарда текшіру үткәрілі. Шулық вақытта білекей балалық әйлелерге айырым иғтибар бөліне. Ғали Ахметовтар ғаләһенең йортында бәлиғ булмағандар эштәре буйынса комиссия һәм профилактика эше һәм күтәтү эшмәкәрлеге бүлеге хезмәткәрләре инде беренсе йыл түгел. Уларның беренсе килеүендә ҡайһы бер етешһеҙлектәр булыуы асыҡланды. Икенсе килеүгә ғаилә башлығы бөтә бойороҡтарҙы иҫәпкә алырға тырышып, уларҙы бөтөргән. Хәйер, иҫкергән йорт күп иғтибар талап итә. Провода менял на кухне. Щитовые закрыл крышками специально. Печка дымоходов почистил. Почистили с женой уж вместе. Жена тут печку, я дымоходы. В бане провода проводили. Воспитываю двоих детей. С нами они живут. Маленький 5 лет, старший 11. Она в школе учится. Маленький-то в садик ходит. Тикшеру вақытында мейес яғып елатуға түтін юлы тұрышына, газ плитахына айрым иғтибар бөліне. Йұрты ешевсілерге янғын хауфедлеге сараларына уқу үткәрәләр. Шылық вақытта ата-әсілерге мейесті бала саға яғырға тиеш түгіл икәнін яңынан ихтәріне түшірәләр. Где в данный период именно начинаются пожары по причинам таких, как нарушение правил эксплуатации отопительных печей, газового оборудования, нарушение, а также обогревательных приборов, где зачастую граждане перегружают электрические сети различными электроприборами. И данные причины пожаров являются актуальными на сегодняшний день. Данными проверки будут охвачены максимальное количество жилых домов. В нашем районе профилактических групп 19. В каждом сельском поселении и городском поселении есть ответственные люди, которые занимаются профилактической работой в данных жилых домах. При обследовании данных домов систем отопления мы также смотрим, оборудовано ли данное жилище автономными пожарными извещателями. Если же оно оборудовано, то мы проводим контроль, смотрим, исправно, неисправно. Если неисправно, уже будем принимать меры. Если же данного извещателя нет, то мы предлагаем жильцам установить данный извещатель, так как практика показывает, что данные установленные извещатели пожарные, дымовые, автономные, они спасают реально жизни наших граждан в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. По республике уже где-то больше 290 человек было спасено в результате срабатывания извещательно на начальной стадии пожара. Елату операцияға елату мезгілінің адағына теклем дауым итәсәк. Оның түп бұрысы бәле болдырмау. Полицияның участка уәкілдері хезмәте іске эштәр органдары системаһында мөһим урындардың береһен билей. Оның хезмәткәрҙәре үҙҙәре артынан беркетелгән территорияла эшләй. Улар профилактикалау эштәрен генә түгел, ә административ һәм енәйәт тикшерүҙә лә ҡатнаша. Нәҡ граждандарҙың хоҡуҡтарын яҡлаусы килеп туған проблемалы хәл итеүҙә ярҙам күрһәткән, хоҡуҡ тәртибен нығытыуға булышлыҡ итеүсе участка белгестәренә 17 ноябрҙағы профессиональ байрам бағышланған. Ғәҙәттә участка вәкилдәре бүлеге иртәһе оператив кәңәшмә менән башлана. Бында улар шул көнгә ҡуйылған бурыстарын һәм үткәрелгән дөйөм эш кимәлен тикшерәләр. Ошонан һуң һәрбер хеҙмәткәр үҙ участкаһынасыға яки мәғлүмәтте үҙләштерә. На сегодняшний день у меня личный состав 14 человек участковых, около 70% у меня личный состав молодой, в среднем 25-30 лет всем, то есть год, 2 года, 3 года всем. Я сам тоже недавно только назначен на эту должность руководящего в нашем подчинении. Значит, получается, 6 участковых у меня находятся в районе и 8 в городе. На сегодняшний день 2 человека не комплект, но мы берем, подбираем людей, ищем, то есть вакантные места есть. На сегодняшний день около 5000 было сообщений, заявлений, где из них 1500 где-то рассмотрели личный состав участковых, где среди них 85 преступлений выявлено участковыми, то есть возбуждены в уголовных делах разной категории, разных тяжестей. Из них направлено около 70 дел в суд, где привлечены люди к ответственности.
Все сообщения, конечно, у нас выезжает участковый, самый первый, на свой участок, на свой административный участок. Он на своем административном участке, сам начальник отдела, как скажем, у каждого свой участок, свое население. У каждого есть подучетные элементы, состоящие у нас на учете в ОВД. И, конечно, у нас по всем категориям, которые проходят, они ежедневно проходят профилактический обход, рейды. Выявляют и административные правонарушения. На сегодняшний день личным составом участкового выявлено более 500 административных правонарушений по различным статьям, где привлечены по всем либо административными штрафами, либо административными арестами, а также обязательными работами. Ежедневно мною ставятся задачи о обходе поквартирный, подворовой обход населением для ознакомления, раздачи визиток о том, что он ваш участковый, о том, что каждый житель города и района знал своего участкового. Также профилактические мероприятия по недопущению чрезвычайных происшествий. То есть у нас в данный момент идет очень большой рост мошенничества, где у нас в основном категория лиц – это пожилые. Из этого разъясняем, разъяснительную работу ведем, чтобы не передавали деньги по счетам, по номер картам не передавали. Лучше сами шли бы в банки и решали свои вопросы. И не пускали посторонних лиц, чтобы не было совершено в отношениях краж, разбоев, грабежей. На сегодняшний день по выявленным преступлениям могу отметить участкового Адыева Вильдана Физатовича, Лукьянова Дмитрия Динаровича, который на сегодняшний день по итогам 10 месяцев выявлено более 10 преступлений, более 100 правонарушений. То есть у нас ежемесячно идет анализ, кто сколько работал, кто как работал. Төп бурыстарын үтәүдән тыш, улар айына 2 тапкыр физик һәм ату әзерлеге үтә. Һәрбер хезмәткәрнең исемле пистолеты бар. Көн атагында уны махсус бүлмәгә тапшыралар. Эштәренең катмарлы булуына карамастан, улар уны һәрвакыт мөһим һәм кызыклы итеп күрә. В органах я с 2005 года в должности участкового уполномоченного с 2017 года. В принципе, служба участковых, она, как бы основная работа – это работа с населением. И население разной категории, как говорится. Бывают люди разные. И бывают неадекватные и адекватные, как говорится. И ко всем нужен различный подход. И как бы наша работа, как и, в принципе, как и психолог, потому что с людьми надо, каждому человеку нужен отдельный подход. В принципе, работа хорошая, работа с населением, и как бы надо заслужить доверие у населения, чтобы люди обращались, как бы, чтобы знали, что можно обратиться, что не, так сказать, главное, чтобы доверие было у населения, чтобы обращались к сотрудникам с любыми вопросами. Там уже как психолог уж включаешься, уже каждому человеку свой подход, уже по обстановке уж реагируешь на человека. В каждой ситуации разная обстановка бывает, и реагировать тоже по-разному приходится. Ну, бывает то, что домой поздно возвращаешься, иногда и ночью уезжаешь на работу. Бывают случаи такие. Ну, жена, семья относится с пониманием. Полиция участковы вакилдерінің бұрыстар дайрахы кин. Улар административ протокол тезей, енеяттарды аса хам асықлай, граждандардың мұрыжығаттарын қарай, байрамдар өткіргенде тәртіп болдырып, хам түрлі рейттарда қатнаша. Хәр кімді бұл бүлікті әштей алмай, әмі олардың күнделік іштәрі біздің хәр бірі біздің тыныслық хам именлік негізі. Шишмекей балалар бақсағы үзәрінің байрамына сираттағы тапқыр қунақтар сақырды. Улар атай сейдер, олатай үлесейдер һәм тағыла бір несе қунақ. Зур ғайлә байрамына Яңалдырайын башқырттары құрылтайы башқырма комитеті рәйсі Рафаэль Яхин һәм удмурттардың мәдәни үзәге рәйсі Юрис Сәйітов сақырылды. Байрам балалардың сығышы менен башланды. Мой мать.
Халық әкеттәрі персонаждары лашылық байрама келді. Батыр азаматтың ғайлә усағы хүнген. Хәм ул таудар, йылға хәм күлдәр хужабикәләренән ярдам хурай. Әммә улар ярдам итә алманы. Шул сақта азаматқа ярдамға ете ғайлә килә. Хәрберһе улардың үҙ ырыуҙары менән таныштырҙы. Хәм ата-бабаларының нимә менән шөғөлләнеүен һөйләне. Лиана Шығайыпова әсәһе яғынан туғандары тураһында һөйләп үтте. Мы информацию свою уже достаточно давно знаем, то есть мы обновляли просто уже свое генеалогическое древо, уточняли факты, уточняли имена, потому что по записям одни, да, то есть родственники запомнили другие, потому что им предки говорили совершенно другие имена, то есть вот расхождение именно было в уточнении. А так материал мы собирали достаточно давно, потому что связь поддерживаем очень долго со всеми родственниками, и вот стараемся, чтобы все факты, которые мы находим, напечатать на бумаге, да, увековечить и передать это уже более молодому поколению. Всем поколениям должен человек знать своих родственников, но мы углубились, и вот когда представляли уже свое генеалогическое дерево, поняли, что Таирна занимает 10-е поколение со стороны прабабушки. И вот буквально вчера, да, мы обзвонили в деревню, позвонили в деревню уже и поняли, что у нас еще очень много родственников, то есть мы уже не смогли уместить их на своем генеалогическом древе, которое подготовили, и вот хотим уже сейчас расширяться. То есть, конечно же, обратились в первую очередь к первоисточнику, да, реквийским сказкам, потому что там все-таки можно найти своих предков, то есть если достоверно изучать. Обратились к своим родственникам, то есть самый большой материал дали нам наши родственники. Шишмәкәй балалар баҡсаһында ғаилә байрамдары йыш ҡына үткәрелә. Һәм әүҙем ата-әсәләр бында хуплана. В этом году мы решили возобновить традицию проведения праздника Шәжәрә байрам. Многие семьи с удовольствием откликнулись, потому что, мне кажется, это очень интересный процесс узнать свою родословную, узнать своих предков, узнать традиции своей семьи, которые шли издревле. Детям тоже самим интересно. В первую очередь это носит воспитательную функцию. Сегодня в нашем празднике принимают участие 7 семей разных национальностей. Наш Башкортостан – многонациональная республика. И вот как раз самые яркие представители, самые многозначительные народности сегодня принимают участие в нашем празднике. Біздің тұрмыш ата-бабаларыбыздың бүләге. Улар тұрағында изге хәтер хақылау біздің түп бұрыс. Тәрбиәселәр кескәй яштәге балаларда тап ошо фикер уятырға тырыша. Һәр халыҡҡа үҙ ата-бабаларын, ыру тарихын хәтердә тотоу иң мөһим йолаларҙың береһе. Әлегә тиклем ыру байрамы үҙ популярлығын кәметмәй. Ата-бабаларының тарихын яңаулылар кескәй йәштән үк белә башлай. Шәжәрә байрамын Ҡыңғырау балалар баҡсаһы хеҙмәткәрҙәре һәм тәрбиәләнеүселәре 13 ноябрь көндө үткәрҙе. Утренник әҙерлек төркөмө балаларының музыкаль сығышы менән башланды. Байрам ҡунаҡтары өсөн балалар туған яҡ тураһында шиғырҙар әҙерләгән. Ятлаған шиғырҙарын һәр береһе матур итеп һөйләргә тырышты. Байрамға балалар алдан әзерләнеп, ата-әсәләре менән үҙ ырыуының шәжәрәһен һәм ғаилә тарихын өйрәнгән. Яҡындарының ҡыҫҡаса тарихы менән таныштырып, үҙҙәренең ағастарын күрһәтеп, үҙ халҡының йолаларын һөйләне. Тамашасы уларҙы ҡыҙыҡһыныу менән тыңланы. Думал я училась их, чтобы на Шәжәре выступать. Нравится башкирский костюм, на мне красивая жилетка. Мне с таких праздником нравится участвовать. Үҙ хәләтен һәм белемдәрен балалар ғына түгел, атай-әсәйҙәр ҙә күрһәтте. Байрам барышында сәхнәлә удмурт йырҙары ла башҡарылды, башҡорт бейеүҙәре лә күрһәтелде. На празднике дети знакомятся с национальными костюмами, играми и национальными блюдами. И хочется отметить, что на таких праздниках, на таких мероприятиях мы формируем ответственность за память наших предков и даем возможность для нравственного потенциала развития наших детей. Буквально вот вчера у нас прошел конкурс «Шәжәре дошкольника» на лучшее составление плаката со своим деревом родословным. И в каждой подготовительной группе и в старших возрастных группах во всех проводились тематические занятия, беседы, игры по данному направлению.
Дети дошкольного возраста наши очень активно принимают в мероприятиях данного направления. Им очень нравится национальный костюм, переодеваться, исполнять песни на татарском языке, на русском и на других языках. Туған яқ тұрақында мәқәлдәр, ата-әсейдерге юмақтар, шығыр һәм йырҙар. Байрам программаһы сағыу һәм ҡыҙыҡлы булды. Ә иң мөһиме һәр бер бала үҙ туғандары, ғаиләһе һәм халҡы тарихы, йолалары тураһында күберәк белде. Ошоноң менән яңылыҡтарҙың бөгөнгө сығарылышы тамам. Һау булығыҙ!